Первый вопрос. Ай, ты что? Ах, блядь, Мика буду проколол ухо. У меня не двигается, щека, слезы текут. Это реально очень больно. Всем привет! И сегодня у нас челлендж с прищепками. Что с ними делать, мы уже знаем. Нам нужно отвечать на вопросы за каждый правильный ответ. Нам снимают прищепку с части тела, но за каждый неправильный ее наоборот надевают. Это, кстати, очень неприятно. Ну что, начнем? Нам нужно надеть на тебя 7 прищепок. И чем быстрее ты тем быстрее мы их снимем. Вроде красиво, как бы, я мать искусства. Так работает, так должно быть. Ой, мам, больно? Ну пока нет. Ладно, я передумал. Итак, Ник, первый вопрос, и ты избавишься от одной прищепки или быстрее не избавишься. Итак, 3 поющих блогера. Дани Милохин, Барби и Аня Покров. И пока ребята нацепляют на себя прищепки, я хотел вам сказать о том, что у меня на моем YouTube-канале вышел первый видос, масштабный видос, где я поздравляю свою подругу Юлию Гаврилину с днем рождения. Переходи, смотри, а потом возвращайся к этому видосику. Вот. Не забудь поставить лайки и подписаться. 3 заведения быстрого питания. Макдональдс, Бургер Кинг, KFC. В этом я профессионал. 3 президента России. Ельцин, Путин, Ведев. Че вопрос такие легкие, а мне пипец не попадет, я уверен. Да. 3 поисковые системы. Все, я затупил, давай. 3 марки газировки. Спрайт, Пепси, Фанта. Это, кстати, все Кока-Кола, если что. 3 головных убора. Шапка, шляпа, подожди. Кандибобер. Нет, это не головной убор. Но я пытался. Ой, вот так вот еще. Все, поехали. 3 породы собак. Доберман, хаски и овчарка. Молодец, избавляешься. 3 социальные сети. Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. Откуда выбираем? Вот отсюда она сейчас сама слетит. 3 игры с мячом. Волейбол, баскетбол, футбол. Мужик. Мужик. Подожди. 3 тренда ТикТока. Я не знаю тренды, я их не снимаю. Гугучи, флип, флапс. Ну, спасибо. 3 кондитерские изделия. Шоколадка, кекс, торт. Верно. Ого. И 3 агрегатных состояния. Твердое, жидкое, газообразное. Я честно, когда даже читал, не понял, о чем речь происходит. 3 песни участников Dream Team. Я парень простой, я дома хавчик. Капец, Олег, тебе такая. Назови 3 вида обезьян. Только не из Dream Team. Не из Dream Team? Да, вот теперь сложно. Макака. Следующий. Ну, давай. И 3 последних участника Dream Team. Как ты? Надергался бровью, но на вопрос мой не ответил. А подожди, ты задал? Да, я не знаю, где ты летал. Ладно, давайте. Ну, только не на шее, пожалуйста. Думаешь? Спасибо. 3 струнных инструмента. Гитара, арфа, скрипка. Вопрос окончен. Итого, у меня осталось 2 прищепки и огромное желание отомстить Олегу. У меня не двигается щека, я говорить же не смогу. Ну, у меня еще и лицо. Блядь, Мика буду проколол ухо. Вносит не хотел. Ага. Слезы текут. Давай, куда же прибой? Это сколько? Давай это уберем, это реально очень больно. Первый вопрос. 3 дома тиктокеров. Dream House, Justin. Неполное название. Dream Team House, Justin House. Да в смысле? Понятно. Мне было указано, что полное название надо. Изи. 3 игры на телефон. Doodle Jump, Subway Surf, Temple Run. Я остался где-то в 2010-м. Ну ты скотина. 3 бывших участников Dream Team. Ника, близняшки, Амина. Блин, кого ты забыли? По бывшим шарю. Не выдергивай их, а снимай. 3 канцелярские принадлежности. Карандаш, ручка, ластик. Все, быстрее, давай. 3 химических элемента. Азот, кислород и пропан. Как хорошо, что он не знает, что пропан не химический. Как хорошо, что я это сказал. 3 части Гарри Поттера. Я не
смотрел. На самом деле тоже бы не ответил. Я не смотрел Гарри Поттер. Это был последний. А, это был последний? Пишите в комментариях, Ватафор плох или нет. Давай, три сети супермаркетов. Чего? Магнит, Ашан и... Пятерочка. За чего я успел? Ты врешь. Я слышал все. По-моему, богиня чисто. Как же больно. Три звездных гостя Dream Team. Тина Канделаки, Андрей Малахов, Оля Бузова. Отлично. Ноздри! Ноздри! Олег, сейчас ему вообще прям капец. Три вида орехов. Грецкий, фундук и макадами. Я по орехам шарю. Три травоядных животных. О боже, не знаю. Три фруктовых сока. Апельсиновый, ананасовый и грейпфруктовый. Неправильное название произнес, но я милостливый сегодня. Три торговых центра в Москве. Европейский, авиапарк, Афимол. Молодец. Три чистейших средства. Доместос. Я их знаю. Я уборщик. Три диснеевских принцессы. Вот тут точно будет. Золушка, Русалочка, Ариэль. Это было три. Вот отсюда, вот это вот. Хорошо. Три иностранных сериала. Чего? Давай, прищеп. Не дебил, их же миллион. Три американских президента. Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш. Красава. Ой. Мне кажется, их уже в два раза больше, чем было изначально. Может быстрее, это очень больно. Три океана. Атлантический, Северный Давид и Тихий. Три парных органа. Почки. Все. Легкие. Яйца, яйца, яйца. В любом случае. Куда бы тебе еще прицепить это яйца? Хорошая идея. Последний вопрос. Три компьютерных игры. Я не играю в компьютерные игры. Снимай, снимай, снимай. Это реально ужасно. Три песни Моргенштерна. О господи, Кадиллак, Новый Мерин и делать деньги, блять, вот так. Ты не успел, я считаю, это просто. Ай! Ты что, охуй? Давай. Три станции метро Москвы. О боже, Рижская, Пражская и Маяковская. Отлично. Ну давай последнее. Три знака зодиака. Рыбы, водолей, девы. Ну тут ты шаришь хорошо. Дорогие друзья, по неслышимости и по заложенности ушам Ватафорка, к сожалению, я прохожу я финал, же... потому что вопрос про участников Dream Team он просто-напросто не услышал. Да, все, идите. Так, ну что, поехали, Сашка. О, отлично, прекрасно. Пять штучек сейчас тебе нафаршмачим сюда. Оп, я еще красиво хочу. А! Да-да-да. Нет, ну пожалуйста. Нет, ну, нет, давай. Нет, Тёма, нет. Хорошо. Не слетает. Так, 4 и 5 самый больной место. Я не смогу говорить, я проиграю. Раз, два, сколько? Всё, ну пожалуйста. Я похож на то самое золотое поколение подростков с Китай-города. С цветного бульвара. Ну что, ребят, готовы? Да. Первый вопрос. Три произведения из школьной программы. Я верю в Сашу. Вишневый сад, Руслан Людмила, а также Муму. Все, мой выиграл. Три кисломолочных продукта. Молоко, кефир, тан и снежок. Ник выиграл. Извини, Сашка, держи еще. Итак, следующий вопрос. Три продукта быстрого приготовления. Да чебурели, чебупели, чебупели. Ролтон. Бикини, я был первым. О, у тебя рифленые щеки. Три песни группы Little Big. Una, Bananas и My Dick is Big. Фига себе, я вообще не знаю их. Саш, ты... Я тоже просто не знаю. Я машина. Последний вопрос. Готовы? Да. Барабанная дробь. Три марки шампуня. Шаума, Пантин и, конечно же, Лефити Марселье. Жумай судьба. Все, самую больную снимаю. А, ты сам уже? Александр Герой. Аплодисменты! Оооо! Красава! Я влетаю, раздаю хэдшот, а тебе будет хорошо! С вами были Dream Team House! Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях, кого позвать в следующий выпуск. Пока! Пока!